Someone bait, I'll stun their whole team sideways. No. Maybe not the support. Oh! Enemy's top tower Hey, watch has this. I'm fallen. gonna do something crazy. Snowball! Dire's structures are fortified. Wow. Ну вырубай, хватит, ты уже 3 часа играешь. А уже все, надо отдыхать. Ну передохни чуть-чуть. Может, Антох, ты просто запустишь, и мы тоже этот. Рано слишком, рано, я попозже сегодня запущу. Я обычно на вечерних, понял? Вечерние фиши мои, утренних забирай. Утренних можно забирать? Ну да, можешь. Ребят, я никому свак в пользование не дам. Я же не ЛТВ, блять, нахуй, которого весь инвентарь спиздили, блядь. Дал челу ЛП отмыть, он у него просто весь инвентарь спиздил. Достали кейсы, где от тебя ни хрена не зависит? Еще бы. Тяжело верить в удачу, когда у тебя нет выбора. Real Drop запускает новый формат кейсов, где у тебя есть выбор. Теперь ты сам выбираешь, какой шмот тебе выпадет. Пора сказать стоп старым форматам и взять все в свои руки. Свою крепкую правую руку. Ну ты понял. Real Drop. Ссылка в описании. Да ну ее нахуй. У нас трон ломает, чел. На селедке. ГГ. Хорошо, блять, пиздец. Ого, нотисит, нихуя себе. А за такое обычно могут и залетались. И я так как раз таки это и делает. Ой, пачку бы эту забрать. Остановить этих крипов. Он типа побежал вот так. Ага. Собрал две. Взял третью. Взял четвертую. Get them low. Oh well, he's not going to base. Oh my god. Oh my god. I'm stuck. Oh I'm my god! That fucking creep block! Dire's top tower's getting beat down. Them Dire buildings are tough as nails for now. The Dire's lost the top tower. Wonderful. You can't improve. Да ладно. Нагу баним обязательно. Блин, Нага не забанилась. Как страшно-то наугадить, ребята. А наугадить-то очень страшно. Ладно. Да твою дивизию, я не верю, что это правда. Так не может быть. Почему? Что вытворяет? Какая симфония скиллов? Какой красивый тимлайф? Минус 5 от Кримсаныча. Байбекнулся Леон. Опа. Небольшие у нас манеры пошли. Друзья, Л1 в шаге от того, чтобы выйти в гранд-финал против команды ВП. Три в четыре ситуация. Проблема Overtus Pro. Ой-ой-ой, Нотис пытается уйти изо всех сил. Что-то там жмет, блядь, реально. Как загнанный зверь парится. Жилистый. Господи. Тихо-тихо-тихо, смотри. Вот это игрок. А! Легенда. ТП. Да ладно. Что? Похоже, какая-то реальная беда. Либо свет выключила прям целиком. Закончили бы не на 8, а на 15. А, да? Ладно, все, нафидел. Парни, выйдите. Кто там жив, кто не жив.
Чего, блять? Могу зайти. Кайф. Блять, меня уже трясет, нахуй. Жужжит опять, да, блять? Ебаный микрофон, блять! Я твою мать ебал, сука, блять, ебаная, блять. The fucking bounce of the outpost kills me! Oh my god, it's so stupid, I didn't think about it. I should have stepped down. Рамзес 500 хп! Успел нажать 5... А, пизда. Он еще и не апает Владимир, имеем орбитку и базилу. Я в ахуе. Я просто в гипер ахуе с него вообще. Блять, ну я вот могу на Морфея играть, как он. Но он не может, он проигрок, блять. Нельзя так хуёво играть. Я 3 года в доту не заходил, я могу ошибаться. Ну так хуёво нельзя играть, блять. Ты трофл в том, что ты говоришь. Ну а что не так, Ром, скажи? Что ты можешь играть лучше? Ром, я так не сказал. Я сказал, я хуёвый, и я могу играть так плохо. Но ты не можешь, потому что ты профессиональный игрок. Это моя дословная цитата, можешь загрузить вот. Я не сказал, что я могу сыграть лучше. Я думаю, его все устраивает. Оба. Да. Бля, Рамзес так подошел, а если граната реально, он же умрет сейчас просто. Мужики, отдайте гайд по бану через Reddit. Надо захуярить усатую дуру стрее. Не надо, я вас всех... Забаньте меня, но не пацанов! Я за них, и я за всех! Баньте меня! Made my way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change, no win affair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Chuckling Rick, don't know how my go... Вот этот человек на инвокере. Сумасшедший вообще. Нормально, это инвокер через травоядное.